Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели видеоурок на тему использования на одежде световозвращающих элементов с учащимися профессионального образовательного учреждения. Студентам наглядно показали, как работают световозвращающие элементы и рассказали, для чего их нужно использовать в темное время суток. Особую актуальность проблема наездов на пешеходов в вечернее время приобретает с наступлением осенне-зимнего периода. Световозвращающие элементы помогают пешеходам стать заметнее на дороге. В некоторых ситуациях это спасает жизнь.